Здравствуйте. Вещи отдать. Неравнодушные горожане несут вещи первой необходимости в наш офис. Телевизионщики Уссурийска присоединились к сбору гуманитарной помощи для пострадавших от тайфуна. За сутки офис наполнился пакетами и коробками с необходимой одеждой и продуктами. Собирали очень много сегодня вещей, пришла даже жительница, принесла вещи, тоже передавать обязательно все будем. Наши сотрудники принесли много вещей, хорошие, теплые. Сотрудники службы информации решили помочь продуктами. Для доброго дела новостники выделили время среди рабочего дня и отправились в магазин. Каждый потратил в районе 1000 рублей. Набор стандартный – гречка, макароны, растительное масло, чай, консервы. Из магазина вышли с тяжелыми пакетами и с легкой радостью. Мне кажется, что у нас достаточно большой город. Если каждый житель соберет такой небольшой продуктовый набор, как сегодня это сделали мы, то это будет значительный вклад и помощь тем людям, которые оказались в беде. Вместе мы сила, и мы должны друг другу помогать. После продолжительных осадков многие жители северных районов Приморья остались без имущества, некоторые и вовсе без жилья. Из официальных источников известно, что по всему краю в воде оказались 4000 домов. Те, кто желает помочь пострадавшим жителям и не успели это сделать сегодня, могут сделать это в любое другое время, там в течение следующих нескольких дней могут принести предметы первой необходимости, продукты питания, воду питьевую. Мы все отвезем. Все собранные вещи в районы затопления доставят представители благотворительного фонда «Сохрани жизнь». В течение этой недели каждый желающий может приносить самое необходимое в нашу телекомпанию на Плеханова 85В. Гуманитарных эшелонов будет несколько, а наша съемочная группа обязательно привезет свежие видео из затопленных районов. Дарья Колотилина и Антон Войцеховский, Телемикс.